Здравствуй, сталкер. Как бы я солдат этих кончил. Второй раз весь прибыль так занялся. Thank you.
присмотреться. Бред, дурак. Еще и на нас шутников наехал. Молодые мы типа слишком. Ни черта не сечем. Шутников хорош. Обиделся, сводил ее так и фильм с концами. Пока я кардана успокаивал, свалил неизвестным... Шариться будешь. А здесь лагерь. Ищешь разницу? Ну что, есть что-то новое? Давай, давай, не задерживайся. Mm.
Ну, здорово. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Стоп! Здравствуй! Yeah.
Да. Вот ведь как грустно все выходит. Все, пришли. Эта станция — Янов. Единственное безопасное место в окрестностях Юпитера. Здесь тебя и оставляю. Буду нужен? Ищи возле бара. Так ты здесь впервой? Хм. Я вот тоже недавно пришел. Азот меня зовут, будем знакомы. Я в технике разной копаюсь. Что хочешь, отремонтирую. Правда, с инструментами у меня пока туговато. Так если что под руку подвернется, тащи сюда сразу. А понадобится техническая помощь, так буду рад тебя видеть на нашей, на Долговской половине. Ой, ё-моё. Что делать? Пойду на бабки попаду. Не пойду, сдохну за здорово живешь. Здравствуй, сталкер. Ну, удачи тебе. Подходи, брат, у меня... Так и быть. Расскажу, как надо контролёров валить. Нахоботил я-то недавно кучку артефактов. Ну и решил их скинуть, позвонки расслабить. На обратном пути подхожу к нычке. А там... ёшкин кот! Контролёр тусит! И сваливать не собирается. И заглядывай! Тут вот морока на ровном месте. Контролёр... Ну рассказывай, я весь внимание. Собрать надо. И сразу как-то прозреваю. Вчера на базе пшёл. Если, думаю, закроюсь какой-нибудь железной бойдой... Позавчера мы тоже точили пшёл. На все эти его понты мне а стоит насрать. Опять эту дрель точить буду. Делаю. Беру решетку металлическую, что рядом валялась. И ей так, значит, закрываясь, потихоньку бреду. И вот пока у меня выпас, пока пробовал за мозги взять, пока кумекал, что ж это я такой невнушаемый? Я уж поближе подошел и полобой моему в башку-то и ввалил. И живучий же гад попался. Только я решетку отбросил. Он мне по мозгам как даст. Да только я его прикладом сразу утихомирил. Добраться бы до Припяти. Столько всего про нее слышал, а видеть толком и не видел. Что скажешь, брат? Что-то ты бледный. Может, у... Будь здоров. Ну рассказывай, я весь внимание.
Не, кто как, а я хочу на море. Там климат для здоровья полезный. А то мама не горит. Дома бандюки, зверьё тупое. А такое, слышали? Что скажешь, брат? Сами по-человечески не живете, ну и хрен с вами. В общем, выкладывай. Время дорого, рассказывай. Думаешь, они его не пристрелят? Сразу, как только артефакт возьму. Ёлки-палки, я опять забыл старые закладки проверить. Как бы не пошуровал в них кто. Блин, да нельзя же все время идти на поводу. Им сколько ни дай, все мало. Чего расскажешь хорошего? Время дорого, рассказывай. Ну вот, значит, пошла группа свободовцев в Рим. Шли-шли, решили привал сделать. Присели, ну и обкурились. И как давай садить в белый свет. Стреляли, пока все не выстрелили. Как затихло, из кустов сталкер одиночка, обалдевший, поднимается. Вы че, ты думаешь, они его не пристрелят? Сразу чего расскажешь хорошего? Ну рассказывай, я весь внимание. Заходи, мэн, отдохни с дороги. Кремень, бери людей и подтягивайся к Гайдуку на склад. С минуты на минуту должнички за вещичками припрутся. Отлично. Теперь ребята отобьются. Значит так, хороших дел я не забываю. Тайником можешь пользоваться, как своим. Я всех предупрежу. Легкой дороги. Здравствуй! Попутного ветра!
вы послушайте. Здоров! Блин, да нельзя же все время идти на поводу. Хаюшки! Да я... Вот. Бай! Чего расскажешь, хороший? Thank you.
Сейчас, дорогой. Рюкзаки вот только патронами набьем, и сразу понимаешь... Ну, уроды, сами напросились. Бойцы, начинаем операцию. Свобода! Слушай! На тебя! Получи гранату! Чувак, я отходил! Заведи его! Граната! Получай! Спокойно! Ждем врага! Не, мы еще посидим! Погодим! Вот и все! Дышим глубже! Так, сейчас поглядим... Ой, а чё ты такой воинственный? Ствол спрячь, ага.